Че делаешь? Че гуляешь? Ты что, меня уже спалил? Кого? Меня? Или ты не Факу спрашиваешь? Не Факу спрашиваю, но что-то он не отвечает. Че? А? Че ты меня там спрашивал? Говорю, что делаешь? Что гуляешь? Да, что-то хотел сделать, но забыл. Хотел сначала на анкиле железо подобывать. Потом, я не знаю, не нашел на анкилу, думаю, ну ладно, полетаю. Оу, что-то мы тут собрались. Что спрашиваешь, ага. Дрыщ? Его нету вроде в рейд-стейке. Что-то он спросил и убежал на своем BMW. И убежал, да. Видел его BMW, да? Да, видел. Знаешь, это BMW, короче, стоял этот никем не занятый Раптор, он его занял, пытался со мной на кошку обменяться. Да? Нормально. А что не даете ему Red Call? Так у него нет. Вот он за Регасом. Ну пообщайся, пойдем. Да, стелс что-то мой убежал куда-то. Зафолови его, пожалуйста. Да, его походу это, червячки подъем. А, машкара это вот бегает тут. Ну полов ты чё, червячки, ты где? Все, вижу, есть уже. Так, что-то у нас тут серия, ребятки, начинается довольно жестко. Так, давай иди сюда, Птера. Иди ко мне. Зафоловил его, но что-то он ко мне не хочет идти. Так, давай иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, 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 стой, 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 стой. Стой. Так, секундочку, у нас тут летят мухи. Опасные, очень опасные. Так, мухи, иди сюда. Муха, один раз ударил. Че-то вас найти не могу, где вы все? Второй раз, да я тут же. Муху пытаюсь убить. А этот мой стелс летит как бешеный. Ой, извини. Нечаянно поступил. Сейчас. Так, всем здравствуйте, дорогие друзья. Вот так вот начинается у нас серия по... Не знаю, что будем делать мы сегодня, но, наверное, будем добывать металл для того, чтобы... маленько заремонтировать, отремонтировать наш домик. Так, сейчас я попробую сначала это избавиться от этой мухи. Так, муха, иди сюда. Да умри ты, елки-палки. Надо, ребят, с белки тоже, да, не просить, потому что он тоже бегает металл, как бывает. Жаль, что он там активненько. Да не, ужели? Убил муху. Ой, что-то меня кто-то бьет уже. Успокойся, муравьи ты уже можешь. Бьют. Научить тебя, как не делается. Все. Наконец-то. Ну а Птер, ты все равно не успокоишь, давай я тебе это сделаю. Не-не, Птера я сейчас на У нажму, сейчас. Ну я не попадешь, смотри как надо. Ничего, где он там, где бы не был, он сел, короче. Вон там наверху, прям сверху. О, замечательно, и потом его половить. Come on. Я не мог попасть просто по этому, по таракану и по как это называется сейчас, Мега Неура, о. Ого, сотый левел. Надо. Жесть, как он носится. Пассив ему нужен. Ты же говорю, дикий. Во, все, я смог. Жестокий. Сейчас, останови жестокий. Сейчас его. Так, что мы будем делать? Говорю, попробуем ремонтом заняться, да? Во, все, поймал, надо забирать. Так, иди сюда. Иди сюда, где он? Вот он. Так. Так у него пассивка металл, ключи обратно. У него пассивка сейчас? Да-да-да, иначе бы я его не поймал никогда. Так, опля, давай. Вот, запрыгнул. Видишь как? А ты что делаешь? Я с кашками все? Смотрю, кто у нас придет. Че? С кашками все? Кашки, да, наварил. Угу. Ну я наверх обратно добывать металл. Я за лучиком.
Так, что я говорил, дорогие друзья? Попробуем заняться ремонтом нашего, ну не трайба, а домика. Так, сейчас посмотрим, кто тут что делает. Подождите, тут у нас уже Power Drish. Power Drish, стой на месте. Power Drish, привет. На водолазе просиживаю. Привет. А откуда что-то там? Так, я тут целый день добываю. Ты, кстати, его пока не трогай, я буду делать эти стенки для нашего этого домика. Ну, для трайба там у нас базу подлатать маленько. Мне как бы Dotcom сказал, надо снова основную базу закончить. Тогда да, тогда я поэтому и говорю. Этот весь металл пойдет на нашу основную базу. Но я сначала сделаю, я сразу сделаю эти стенки, и чтобы не металл не возить, стенки сразу туда возить буду. Интересный у тебя такой персик. Короткие руки. What the fuck? Что это было? Чё там? Шикарно. Да по лестнице забираюсь на крышу нашего этого ангара с животными. Лезу, там херак быстро подлетает, мне скидывает. Птера, да. Тебя кто-то скинул? Да, птера, десадник. И чё, нормально сейчас? То есть, разобрался? Да, да. Не знаю, похоже, его зафоловил нечаянно. Так, я сейчас отойду и, короче, пойду за жемчугом. Сейчас, а. Давай. Ну что ж, думаю, ночью как бы снимать смысла нет, потому что довольно темно. Но, наверное, подождем утро. Но я пока еще поработаю. Ну что ж, ночь вроде бы как прошла. И вот у нас наступает, уже как бы наступило утро. И мы сейчас займемся чем? Как я уже говорил, добычей металла. Будем добывать металл и ремонтировать нашу базу. Вот тут Power Drish. Нет, у меня для тебя хорошие новости. Говори. Сейчас мы тебе, возможно, замутим эту. Кого? Макаку. Ага. Макаку. А макака, кстати, может лететь со мной, да? На этом, на птере. Так, да. Мне там уже и пошел куда хочешь. Каку, и макаку уже нашли, ребятки. Так, Беззубик. Так, сейчас, секунду, что мы тут делали? Так, еще раз, полетим сначала, посмотрим, что у нас тут есть. Так, металла тут пока не вижу. Тут есть кристаллы. Кристаллы мне пока не нужны. То есть они нужны, но не сейчас. Давайте облетим вот эту вот нашу базу на горе, где мы тут добываем металл, да? Это у нас кто? Это у нас тут Power Drish. Power Drish добывает, что-то там он добывает, отлично. Так, летим дальше, летим дальше. Дерево, он вроде бы добывал дерево, я помню. Сказал, что да будет дерево. Так, а мне нужен пока металл. Вот, нашел, нашел металл. Конечно же, это может быть совсем как бы... Не знаю там, кому интересно, кому нет, но я так пару секунд покажу, как добывается. Вот так вот добывается у нас металл киркой, железной киркой, конечно. Добывается намного больше, чем обычной киркой. Но если был бы колобок, у нас он, кстати, есть, но ввести его сюда, колобка, что-то мне кажется, это будет далековато. Так, и с помощью нашего птера вот весь металл загружаем в него. Камень тоже, потому что он нам попозже нужен будет. Так, это мы это как бы... Вот блин, акваланг вещь такая, что атаку можно... С аквалангом, да? Да, быстро плаваешь. У нас уже маленько перегруз, так что можно уже лететь. С акваланга я бы уже раз 20 сдох, он за мной вверху упал. На базу. А что сейчас делаешь? Что добываешь? Жемчуг. Ага. Каждую ночь я тэпаюсь на свой плотик, ныряю тут вовсю. Понятно. У меня же секретный плот есть, мой личный. Там акваланг, все дела. Все, что надо. Так. Так, стой, стоять, стелс, не двигаться. А это у нас тут BMW Power Drish. BMW вот такой вот
такого вот интересного цвета. На дельфинах больно долго плыть. А что, с аквалангом быстрее? Ну вот, смотри, я вещи просто в сундучок скидываю, да и тэпаю сразу. Ну а там ныряю, готово. И пока я дойду к дельфину, пока доплыву сюда. Так, забираем так, тихонечко, вот так вот забираем. Что у нас тут было? У нас тут было... Если акваланг есть, то вообще дельфин не нужен, в принципе. Маленько металла. Металл ставим вот сюда. Вот таким вот образом добывается у нас вся вот эта вот ерунда, ребята. У нас тут три печки работают, даже еще две штуки есть. Бублик, вроде бублик не сделал. Это акваланг, я теперь ныряю. Раньше на дельфине, а теперь с аквалангом. Так, куда сейчас, куда так подвинься, вот так вот. Куда еще можно кинуть металл? Так, тут у нас 12. Давайте разделим 20 штук сюда и 20 штук сюда, да? И вот эти вот сюда. И пусть все это вот плавится. Вот таким вот образом у нас плавится металл. Здесь у нас, я уже добыл... 914 жемчуга. Эй, народ, а кто взял с этого, со стола 200 металла? Не знаю, не трогал, тряси этих. Нет, со стола с этой, с этого, с горы. Не знаю, может кто повез, спроси в чат трайбовский. Я вроде говорил, что я сам сделаю стенки и сам поставлю. Ну, пиши. Да. Так, пишем в чат, вот так вот. Пишем так. Народ, где металл? Ну, в принципе, если найду, кто леща дам. Где металл? 200, сколько там было? Сейчас, секундочку. Ну, что-то на английском. А, у тебя русская клавиша. А, у меня нет ее, да. Так, ящик там сделали. Где сделали ящик? Ага, есть, поставили в ящик. Нормально. Так, окей, пишем, окей. А, бублик, где это чудо? Так, там кто-то еще что-то там пишет. Так, ну неважно, металл, короче, тут поставили. И мы сделаем спокойненько. А, ага, еще цементная паста нужна, да? А, цементная паста, кстати, где? Сейчас я подлечу и возьму. Она знаешь где? На нашей трайбовской комнате, где нас Фима построил. Там. Понятно. Или в ступке, не помню, куда я дел. Ну, блин. Сейчас найду, наверное. Надеюсь. Кто там что несет на базу? Это бублик секрет несет. Ага, понятно. Так, подлетаем. Короче, буду на базе. Включим запись. Так, ну короче, подлетели мы к нашей базе, у нас тут цветки такие серьезные, турельки вроде бы 4 штуки есть. И давайте же аккуратненько спустимся вот сюда и возьмем... Что возьмем? Возьмем... Так, стой, ты куда пошел? Стелс, чё ты меня вообще не слушаешься? Это у нас тут Саймон, Цемена и Бублик с этой, с птичкой. Так, ну ничего, заходим. Так, ящик. Сейчас посмотрим, где у нас цемент. Надеюсь, цемент у нас сверху. Так, давай, залазь, елки-палки. Вот эти вот все лаги мне вообще не нравятся. Но там кто-то у нас еще общается. Так, цемент. Где у нас цемент-то? Цемент. Пока его тут нет. Где у нас тут может быть цемент? Может в ящике? Тоже нет. В столе. Смотрим, ищем. Цемент. Так, электроника, вся фигня, камень и вся вот эта вот ерунда мне пока не... Мне не надо. Кстати, тут еще металл есть даже. Так, а, ящиков у нас тут много. Много, сейчас найдем. Так, вот она. Вот она. Наша это вот так, наш цемент, то есть. Так, забираем цемент, цементная паста, это все.
цементная паста. Цементную пасту я взял, да? Секунду. Взяли, короче, мы цемент. И идем вниз. 100 штук цемента было, да? 100 одна штука. Да, нашел. Где было? В ящике для Дани. На втором. А, вот точно вспомнил. Вот опять вот лаги, ребятки. Опять у нас лаги и не открывается дверь. Она открылась, но довольно поздненько. Так, забираем нашего стелса и летим обратно на гору. Подлетим и посмотрим, что там можем сделать дальше. Так, вот вырисовывается наша гора. Садимся аккуратненько, вот так вот. Сели. И так, цемент. Так, тут что у нас имеет стелс внутри? Стелс имеет камень, который мне сейчас, по крайней мере... Поискал везде. Ага, ну ничего, я думаю, пока что хватит. Подождем, может быть, как-то рестница потом, попозже. Это, пойду поищу. Кентавр где-то у нас там? На горе. Так, что у нас тут? Тут у нас цемент. Ставим цемент сюда. Цементную пасту ставим вот сюда, вот. Берем, кстати, вот этот вот металл, но много брать я не могу, потому что... Так, собрался лететь, не понял. Перевес будет. Да уже перевес, елки-палки. Так, значит, камень надо выкинуть. Камень выкидываем. Также сюда. Тихо. Кристаллы тоже сюда. И дровишки. Нет, дровишки пускай. Так, не понял. Что там у тебя? Вот так вот. Кидаем. Что-то там случилось. А это вот сюда. Ага, ну я могу так все-таки все забрать. Полностью все, да? Забирается все или нет? Эй. Ага, совсем серьезный перевес. Вот поэтому не забирается весь металл. Понятно. Понятно, будем знать. Так, и вот таким вот образом берем вот то, что осталось, и кидаем, конечно же, в эту вот вещь. Так, структуры, металл, и делаем. Так, нам нужно... Так, что нам нужно? Что нам нужно? Так, для одной стенки Metal Wall. Для одной стенки нам нужен, нужно 25 металла и цементная паста, 7 штук. А металл, в принципе, как бы есть. У нас тут еще как бы готовится. Давайте мы возьмем и отсюда тоже. Все, что у нас тут собралось. Здесь огонь потушим. Здесь у нас тоже кое-что может быть. Конечно же, есть. Тоже огонь потушим, потому что дровишки нам потом понадобятся. Вот это вот тоже все. А, вот тут у нас было много-много-много-много вот этого. Забираем. И ставим вот сюда дровишки. И пускай все это вот обработается. То есть надо плавить металл. Так, и у нас появилось еще больше металла. Что за херня? 300. 300 металла. Что там случилось? Че, Мак, как это вы куда-то пропало? Будущее. Ага. Что-то там с моей макакой что-то случилось. То есть не с моей, а с будущей моей макакой. Так, металл. Я сейчас могу сделать 12... так, цементная паста, вот сделаем еще вот так. 12 стенок. И давайте мы сделаем так. 1, 2, 3, 4 стенки. И окна. Вот эти вот окна тоже надо сделать. Это у нас получается 1, 2. То есть 2 рамы, оконные рамы. И metal window. И давайте сделаем 2 металла window, то есть просто железные окна. Так, еще одно окно и еще одно, пускай будет вот так вот. Так, еще два окна. Так, рамы сделали. Так, 4 рамы есть и 4 окна и 4 стенки, кстати. И еще можно сделать 4 обычных стен. Так, делаем.
Вот смотрите, как у нас тут нарисовывается уже Metal Wall 7 штук, Metal Window Frame 4 и Metal Window у нас еще 4. Так, 8 у нас получилось целых, в общем-то, 12 стенок. Ребятки, это очень-очень много. Надеюсь, я все это вот смогу вынести отсюда. Надеюсь, да? Я сейчас все поставлю в этого. Могу двигаться? Могу, но очень-очень медленно. Это у нас уже включился... Смотрите на меня. Это у нас уже включился режим slow-mo. Вот так вот. Slow motion, slow fucking motion. И вот так вот мы направляемся спокойненько. Тихо. Чуточку я это вот пролетел. Так, секунду. И все ставим в этого Птера. А Птера зовут Стелс. Не забываем. Птер по имени Стелс. 185 левел. Да. Прокачался маленько. И вот так. Ну все. Короче, у нас вот Птера уже есть как бы материал, с которым можно работать. Так что можно свободно лететь на базу. Ну что ж, подлетаем. Подлетаем потихонечку к базе. Вот у нас наша база. Готовится, так сказать, к защите, потому что на этом сервере все-таки защищать свою базу надо. Надо и очень-очень серьезно. Вот так вот выглядит наша, вот так сказать, маленькая база, наш маленький домик. Таким вот образом он пока еще не защищен, но мы все это вот исправим. По крайней мере, сейчас я попробую маленько его отремонтировать. Так что оставляем Птера вот прямо здесь. Эй, тупица, стой на месте, елки-палки. Вот так вот он сейчас мешать будет, потому что кто-то захочет зайти и не получится. Так что, Птера, стой здесь, не дергайся. Тебе дергаться нельзя. Так, чё, начинаем? Берем. Что берем? Берем мы вот это вот. Так, берем мы стенки. Сейчас, пока... Нет, давайте возьмем вот так. Возьму я, короче, одну стенку. Нет, две стенки вот такие вот. И две вот такие вот, да? Две штуки вот так и две вот так. И сразу ставим на слот, на быстрый слот. Это у нас делается вот таким вот образом. Водичка нам пока не нужна. Вот это вот сюда. Бинокль нам тоже временно не нужен. И что же тут мы можем сделать? Что у нас с текстурами, не понял? Что-то у нас с текстурами было. Так, ну вроде бы все. Так, это у нас первый этаж. Первый этаж, в принципе, передняя часть у нас целая. Как бы, значит, можно... Можно первый этаж сделать... Ага, у нас первый этаж из двух слоев, как бы. Довольно высокий этаж, вот так вот. Сейчас посмотрим, вот. Да, и можно вот это вот все сделать железным. Так, это все у нас делается вот таким вот образом. Нажимаем на 8, потому что у нас все это стоит на 8 слот. И что-то не получается. Почему не получается? Секунду, это у нас получается, значит, зайдем вовнутрь. Давай, открывайся. А, я понял. Лаги. Опять не открывается. Давай, откройся, елки-палки. Жму, жму. Ничего такого нет. Ну, давай. Откройся. Да, вот такая вот хрень, ребятки, получается у нас. Не открываются двери, не работает ничего в момент вот этих вот лагов. Так, что у нас тут есть? Давайте, подвиньтесь, елки-палки. Вот так вот. И вот так. Раз. Сделали стенку. Потом два. А еще стенки. И... Ага, если я все-таки буду делать... Так, сейчас, секунду. Я пока все это выкину вот сюда вот. Потому что, когда мы ремонтируем, заменяем стены на другие стены, получается, нам половина ресурсов возвращают обратно. Так, заходим, и пока все-таки я это вот оставлю вот здесь вот. И заберу остальные вот эти вот 6 стенок. Вот так вот, потому что мы сейчас занимаемся первым этажом.
Это означает, что еще раз сделаем вот так вот. И эту вот стенку поменяли. Вот, отлично все. Получается у нас все превосходно. Ну да, да-да. Красиво все выходит. Вот так вот, вот так. Это у нас следующая стена. И у меня уже, к сожалению, перегруз. Вот так вот. Так, перегруз все-таки я поставлю уже вот здесь. Потом у меня перегруз, я все кидаю в этот ящик, не могу двигаться. Так, 8. Дальше, 8, 8, 8. Где у нас 8-то? А, нажимаем на 8. И вот так вот, там стена. И здесь стена. Вот так вот. Так. И вот это вот кинем уже вот сюда. Вот все лишнее кидаем вот сюда. Это нам тоже пока не надо. И на второй этаж там я сделал, то есть сделаю сейчас 4 окна. Оконные рамы и окна. Так. Нет, 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 Птера. Вообще замечательно будет. Извиняюсь. Извиняюсь, Птера. Я сейчас сделаю вот так вот. И вот это вот кинем сюда. И вот это вот сюда кинем. Надеюсь, с таким грузом я смогу двигаться. Очень на это надеюсь. Так, поднимаемся наверх. Это у нас, я уже объяснял, получается. Так, что такое? Это у нас получается, как бы, видео по ремонту нашего здания. Так. Так, в общем, ребята, выйду, не знаю, на сколько, наверное, на 20, на 1 схожу. Выйдешь, да? Да. Понятно. Так, там у нас люди выходят. Как придут, тут же вам скажу. Ага, я понял. Так, сейчас я понял. Так, 9, еще раз. Всем давайте адрес ТС, если что, у вас есть модератора. Принимайте. Хорошо, надо еще зайти в ТС, может кто-то туда зашел, да? Да, просто в арке всем говорите и все. Ага. Так, что у нас тут такое? Че, не двигается мышка? Ага, двигается, все нормально. Вот, блин, лаги лагами, но это совсем неудобно. Вообще неудобно, и хрен его знает, когда все это закончится. Так, секунду, вот так вот нажимаем на... Нажимаем на, и опять не нажимается, елки-палки. Вот, нажалось сейчас. Так, я могу заменить или не могу заменить? Что за хрень? Что-то не меняется, не могу, не могу. Почему не могу, пока не знаю. Там у нас проблема. Здесь проблемы вроде бы нет, не вижу проблем. И давайте же в ящик, storage box. Ну давайте же сюда выкинем вот лишнее, что у меня тут накопилось. Камень и дерево. Вот выкидываю дерево, оно не выкидывается. Это не лаги от компьютера, ребята. Это лаги уже от сервера. Непонятные лаги. Непонятно, что за херня вообще происходит. Обновления все выходят, выходят. Но как бы с каждым обновлением что-то идет. Ну, не всегда, но что-то идет не так. Так, тут у нас дырка. Отверстие. Это надо закрыть. Закрываем. Вот таким вот образом. Так, давайте мы покушаем. Тут у нас еще одно окно есть. Давайте вот это вот окно тоже закроем вот так вот. И вот это вот окно тоже закрываем. И у нас еще одна стенка есть. Я бы ее хотел поставить вот здесь вот. О, получилось, отлично. Я думал, не получится, но все-таки вышло. Все у нас получилось. И вот так вот. Все, у нас ресурсы закончились. У нас в инвентаре уже ничего такого нет. Давайте мы тут ушел. Давай закроем вот таким удачи вот образом. Спасибо. И что у нас тут еще есть? Тут еще много работы, в принципе, очень много работы. Но это уже мы сделаем в другой раз. Так, что нет, закрывается. Я вроде нажал вот так вот и закрыли. Ну как, пойдет? А что, где? Да нет, просто я тут ремонтирую домик. Ну, да.
Я думаю, пойдет, ребятки. Надеюсь, вам серия понравилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если серия понравилась, конечно. Если понравилось, то ставьте лайки обязательно. Это меня очень-очень радует. Чем больше лайков будут по этому видео, допустим, да, то тем больше серий с арком и выйдут. Так что надеюсь, что вам все-таки понравилось. А я вам говорю, всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс и канал Just Best Games. И я вам говорю, всем удачи и всем пока.